Памятник народному артисту СССР, основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину сегодня открыли в Минске. Великий музыкант изображен сидящим с гитарой в руках, образ выбран его родными. Скульптурная композиция разместилась на бульваре Мулявина за зданием Белгосфилармонии, в которой начинался творческий путь «Песняра» и его дорога к славе. Сегодня действительно большой праздник для нас, песняров, и праздник вообще для Беларуси. Почему? Потому что, наконец-таки, в очень, можно сказать, памятном месте, вместе на улице Бульвар Владимира Георгиевича Мулявина, и вместе, где он работал и трудился в филармонии, установлен памятник. 3 года назад памятник музыканту открыли на его родине в Екатеринбурге. Скульптура в Минске – своего рода ответный подарок российской стороны. Она финансировала создание и доставку памятника.